Юбилей отметил автор «Перестройки и гласности». Первому и единственному президенту СССР исполнилось 80. С этой датой Михаила Горбачева лично поздравил Дмитрий Медведев. В разговоре с юбиляром он отметил его особый вклад в историю России и упомянул о непростом времени, когда тому пришлось управлять страной. Медведев сообщил, что подписал указ о присвоении Михаилу Горбачеву высшей государственной награды – ордена Андрея Первозванного. В этот день вы получите теплые слова от своих близких, и от людей, с которыми вы работали, от огромного количества политиков, которые вас ценят, уважают. Вот. Ну и как глава государства, я хотел бы также сказать, что подписал сегодня указ о вашем награждении нашим высшим орденом, орденом Андрея Первозванного. Я считаю, что это большое спасибо. Адекватная оценка той большой работы, которую вы проводили в качестве главы государства. Ну, это хорошо. Спасибо. Вы действительно руководили нашей страной в очень сложный, очень драматический период. И мы все это помним. Это действительно большой и сложный труд. И второе, я вижу в этом символ уважения к тому государству, которое вы возглавляли. Тому государству, которое было нашей общей родиной. Не знаю, может, это потому, что ко мне относится. Я полностью согласен с вами. Ну и прекрасно.